В эфире «Панорама». Главные новости Приморья. В репортажах корреспондентов ОТВ мы вещаем из молодежной столицы России. В студии Геннадий Картелев. Здравствуйте. В этом выпуске. Супертайфун уже близко. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Синоптики просят людей покинуть пляжи. Приближая победу, из Приморья готовятся отправить очередную партию техники в помощь бойцам на передовой. Выше неба новую гостиницу планируют возвести во Владивостоке. В каком районе появится высотное здание? Финишная прямая. Основные старты международных студенческих игр позади. Награды нашли своих победителей. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. Синоптики настоятельно рекомендуют не игнорировать этот прогноз. Завтра на регион обрушится супертайфун под названием Гайми. Он зародился в Тихом океане и уже ударил по Филиппинам, Тайваню и Китаю мощными ливнями и ураганным ветром. Подробнее о том, почему все это представляет особую опасность для отдыхающих на море, моя коллега Ирина Бочанцева. Покинуть пляжи рекомендуют отдыхающим в Приморье. С 26 по 27 июля в крае объявлено штормовое предупреждение. Со стороны Тайваня на регион надвигается мощный тайфун Гайми. Там непогода уже нанесла ущерб местной инфраструктуре. Повреждены здания, машины. В сети появились видео, на которых людей на улицах сбивают с ног сильнейшими порывами ветра. За несколько часов на острове выпало около 300 миллиметров осадков. В юго-восточной китайской провинции Фуцзянь за приближающегося тайфуна эвакуировали более 150 тысяч человек. Несколько тысяч рыбаков с рыболовецких судов также эвакуировали на берег. Первые отголоски тайфуна уже звучат и на территории Приморья. Сильный дождь пошел на юго-востоке края. Ухудшение ситуации ожидается завтра в пятницу. Туристическим группам спасатели советуют воздержаться от выходов на маршруты. Отдыхающим на пляжах нужно строго соблюдать требования безопасности, исходя из погодных условий, и лучше покинуть прибрежную зону. Тем, кто отдыхает в палаточных лагерях, необходимо переместиться в безопасные места. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выходов в море. Уважаемые жители Приморского края, помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Спасатели подчеркивают, в Приморье достаточно пляжей, где волны настолько сильные, что могут представлять опасность и при более спокойных погодных условиях. Так, на днях в Ливадии отдых едва не закончился трагедией, когда мужчина на надувном матрасе решил поплавать в море. Со слов очевидцев, неожиданно его накрыло большой волной. Матрас отбросило в сторону берега, а сам мужчина не мог выплыть на сушу и греб на одном месте. На помощь вовремя подоспели спасатели. Им удалось вытянуть отдыхающего на берег. Во время тайфуна даже нахождение у водных объектов может представлять опасность для человека. Ирина Бочанцева, «Панорама». А теперь о том, как регион восстанавливается после недавнего циклона. Сильные дожди ударили по центральному Приморью в начале этой недели. Некоторые реки вышли из берегов. В наиболее пострадавшем Анучинском районе до сих пор нет проезда к одному из сел. Ну что, вот муку приготовили. Полмешка нам хватит на 3 дня. А там вода уйдет. Татьяна Кочегарова показывает запасы еды на несколько дней. Говорит, голодать не будут. Есть огородная продукция, хлеб сами могут печь. А вот то, что почва в последнее время переувлажненная, это общая беда для всего села. В этом году часть огорода не смогли ни вспахать, ни посадить. Ну как продукты, мука у нас есть, крупы есть. Огород, слава богу, половину посадили, половину пропало. Ну уже что будет, то будет уже. Картошка есть. Да все у нас есть, в принципе, яйца есть. Корма курам купили, так что все нормально. Плохо, что огород вот у нас залитый, и никакого у нас просвета нет. У Николая Катруцы своя резиновая лодка не только потому, что он рыбак. Раз в год, а то и чаще, когда перемывает дорогу в село, эта лодка становится единственным транспортным средством, с помощью которого можно отправиться на большую землю или за помощью, или встретить родных, знакомых на другой стороне дороги. Лодка? Ну, для того, что если хуже будет, а сам переплывем туда, та сторона не топит. Та сторона, за мостом уже там не топит. С этой стороны топит все.
То есть вы, ну, дом ваш никогда не топит же? Нет, здесь дома никто не жалуется, не доходит до этого. В районной администрации уверяют, схема оповещения жителей уже отработана. Все знают, что после обильных дождей, как только начнет подниматься уровень в реке в верховьях Арсеньевки, на следующий день отрежет Шикляева. Жители рады, что у них в селе в непогоду стабильная ситуация хотя бы с электричеством, в отличие от Скворцова или Веселого, где рвет провода и смывает опоры. Во время перелива жители всегда приезжают проверить, насколько это опасно. Кроме того, подтопление сельхозугодий, угроза потерять урожай. Овес, ячмень, соя, все в воде, абсолютно все. Где вода не достает, в этом году мы заехать не смогли, все сыро. Где вот позволила весна такая, все в воде. Ситуацию с отрезанными селами в Анучинском районе держат на контроле. Местные власти надеются на проходимую технику или, в крайнем случае, на вертолет МЧС. Владимир Клюшников, Вадим Перевалов, «Панорама». Мост через реку Партизанскую стал местом притяжения. Туда приходят жители окрестных сел посмотреть на разлившуюся реку и лично оценить масштаб наводнения. Временная переправа стоит, вода поднялась до самых перекрытий. Возле моста со стороны села Владимира Александровского накануне вечером строители выкопали вторую яму через проезжую часть для спуска воды. Пока подъем ее уровня в реке прекратился, в самом селе Владимира Александровском все гораздо серьезнее. Огромная лужа встречает прямо на въезде, затоплены улицы и дворы. Многие не рискуют даже заезжать во двор на автомобиле, оставляя его у дороги. Со стороны Екатериновки вода из реки дошла примерно до железнодорожной насыпи. Затопление серьезное, но все же с масштабом наводнения там двухлетней давности несравнимо. В самой Екатериновке сейчас о прошедшем паводке напоминают лишь лужи вдоль дорог и в огородах жилых домов. В ближайшее время специальные комиссии там начнут оценивать ущерб жителей. Напомню, за сутки в Партизанском муниципальном округе выпала почти месячная норма осадков. Новые ливни ожидаются уже завтра. Помощь, которая идет от самого сердца. По поручению губернатора Олега Кожемяка в зону спецоперации готовят отправить квадроциклы, багги, другой транспорт, а также маскировочные сети. Приморский край – один из 5 регионов России, который активнее других помогает бойцам на передовой и поддерживает семьи военнослужащих. Новую партию техники подготовили в Приморском крае для отправки на передовую. Помимо транспорта высокой проходимости, бойцам доставят и 26 маскировочных сетей. По поручению губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича подготовлена партия мотоциклетной техники высокой проходимости. Это именно квадроциклы, а также багги для передачи нашим бойцам в зону специальной военной операции. По словам министра, данная партия не последняя. В скором времени на фронт отправят новый груз с техникой. Такое подспорье имеет большое значение не только для технической оснащенности наших войск, но и для моральной поддержки бойцов. Отметим, Приморье входит в 5 лучших регионов России по подготовке участников специальной военной операции и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Ирина Бочанцева, «Панорама». Бесплатные экскурсии для участников СВО и их семей организуют в музее Арсеньева. Посетить культурные программы и узнать об истории Дальнего Востока можно с сегодняшнего дня по 31 июля. Недельная программа составлена таким образом, что заинтересует людей любого возраста. Главный корпус музея предлагает ежедневные экскурсии. Открыта будет и интерактивная выставка «Сны Сибири», дополнительные локации, экскурсии в музее города, доме Сухановых и доме Арсеньева. Для детей все филиалы музея приготовили мастер-классы об истории Приморья. Побывать можно будет и на объектах Владивостокской крепости, экскурсиях по китайскому, японскому и немецкому кварталам. Подробная информация на сайте музея Арсеньева. Бесплатные экскурсии для семей участников специальной военной операции проводят в рамках всероссийской акции «Музейная неделя». Выше неба. Новую гостиницу планируют возвести во Владивостоке. В каком районе появится высотное здание? И финишная прямая. Основные старты международных студенческих игр позади. Награды нашли своих победителей.
Губернатор Приморского края возглавил комиссию Госсовета по туризму. Указ подписал президент России Владимир Путин. На днях он обновил состав комиссии Государственного совета России. Комиссия «Туризм, физическая культура и спорт» поделена на два сектора. Сферу туризма будет координировать Олег Кожемяка. Спортивное направление возглавит в Рио главы Тульской области Дмитрий Миляев. Приморье – одно из самых популярных туристических направлений. Только за прошлый год регион посетили более 3,5 миллиона туристов. В крае строятся крупные туристические кластеры, горнолыжный курорт в Арсеньеве, развлекательный курорт Приморья и круглогодичный морской курорт Зарубино. Уже в следующем году Приморье планирует принять 4 миллиона туристов, 400 тысяч из них – путешественники из Китая. В бюджет Владивостока выделят дополнительные деньги на содержание городских территорий. Этот и другие вопросы сегодня обсуждали депутаты на июльском заседании городской думы. Там работал и наш корреспондент Владимир Клюшников. У него все подробности. В повестке июльского заседания Думы Владивостока 18 вопросов. Один из основных – корректировка муниципальной казны. Депутаты утвердили увеличение доходов и расходов бюджета на 135 миллионов рублей. Именно столько Владивосток дополнительно получил за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов. Один из основных вопросов, который был рассмотрен, это корректировка на 135 миллионов, которые будут перераспределены на содержание городских территорий и объекты наружного освещения. Депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в устав города. В этом документе предусмотрены дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Думы и главы Владивостока. Рассмотрен проект муниципально-правового акта о внесении изменений в устав города Владивостока, в котором появляются дополнительные основания для лишения депутата Думы города Владивостока, главы города Владивостока, их статуса в случае приобретения статуса иностранного агента. Также депутаты установили границы нескольких территориальных общественных самоуправлений во Владивостоке. Речь идет о ТОСах «Русская 57С», «Кипарис» и «Дальзавод». Владимир Клюшников, Андрей Овчинников, «Панорама». Выше неба. Новый небоскреб построят во Владивостоке. Гостиницу высотой почти в 100 метров возведут в районе Орлиной сопки. Здание будет видно из разных точек города. Стремительное развитие дальневосточной столицы, федеральные форумы, крупные спортивные события, туристическая привлекательность – все это сегодня делает строительство современных отелей востребованным направлением. Проект этой гостиницы пока на бумаге, однако высотное здание обещает стать одним из самых узнаваемых во Владивостоке. Новый пятизвездочный гостиничный комплекс появится в шаговой доступности от строящегося музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке. Сегодня прошла торжественная церемония закладки капсулы памяти с обращением к потомкам. Это добрая строительная традиция, которая символизирует начало работ. Сейчас объект находится на этапе проектирования. Возведение гостиничного комплекса будет проводиться при финансовой поддержке банка ПСБ. 99 метров высота, достаточно большая, 24 этажа, более чем 200 номеров. Если я не ошибаюсь, 201 номер разных категорий, как это положено по стандартам пятизвездочной гостиницы. Со спа-комплексом, с бассейном, с соответствующими зонами, с деловой частью, несомненно. Надеюсь, что она станет заслуженно, станет таким одним из объектов достопримечательности, если хотите, город Владивосток. Только за 2023 год Приморье посетили более 3,5 миллионов туристов. Власти уверены, благодаря строительству таких объектов цифры будут только расти. На территории Приморского края проводятся очень серьезные международные мероприятия. Это в первую очередь Восточно-экономический форум ежегодный, огромного масштаба и уровня. Проводятся международные и региональные спортивные игры. Так вот, строительство этой гостиницы – это важнейший фактор, который будет позволять и развивать Приморский край, и привлекать и российских граждан, и иностранных граждан в виде туристов. Сотрудничество правительства Приморья с ПСБ благотворно сказывается не только на туризме, но и на развитии всего региона. Банк финансирует краевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, гражданского машиностроения. Сегодня стороны закрепили взаимодействие, подписано соглашение о продолжении сотрудничества. Гуля Алхасова, Игорь Лещук, «Панорама». Награды нашли своих победителей. Международные студенческие игры завершаются. Большинство медалей у спортсменов из Приморья и Китая. Вручение проходит в дни соревнований каждый вечер в торжественной обстановке. Николай Кугук расскажет детали. Дамы и господа,
Мы начинаем. На сцене кампуса ДВФУ чествуют победителей и призеров первых международных студенческих игр «Молодость Приморья». И так каждый вечер. Ребята выходят на сцену с флагами стран и вузов. Для них этот момент особенно волнительный. Медаль на шее – доказательство. Годы тренировок и усердных трудов были не зря. Звучит гимн Китайской Народной Республики. Третий день игр спортсменов награждали за победы в гребле индор, плавании, баскетболе 3 на 3, легкой атлетике и шахматах. И чаще всего на пьедестале наши ребята. Студенты ДВФУ, ВВГУ и МГУ поздравляли спортсменов и спонсоры игр. «Роснефть» всегда является спонсором молодежных состязаний, молодежных движений и продвижения молодых талантов. То есть в компании действует такая система «Школа, вуз, предприятие». Естественно, поддерживаем и дарования не только в учебе, а еще и какие-то личные достижения, такие особенно как спорт, потому что понятно, что стране нужны здоровое поколение, здоровая нация. Нефтегазовая компания всегда помогает нашим спортсменам. «Роснефть» поддерживает федерации различных единоборств, акробатического рок-н-ролла и наших шахматистов. Также при их поддержке проходили международные игры «Дети Приморья» – зимние и летние. Помогают нашим атлетам и приморские предприятия. Мы очень много чего поддерживаем, и детские дома, и различные спортивные клубы. Помогаем детям выезжать в другие города для участия в соревнованиях. Но перечислять я не буду, но мы участвуем очень много где, в различных. И помощь на СВО, и везде мы понемногу, помаленьку помогаем, чем можем. И вот настал заключительный день международных игр. Свои заслуженные медали получили футболисты, теннисисты, боксеры, волейболисты и бадминтонисты. А в завершении вечера для гостей краевой столицы и жителей Приморья – праздничный концерт. Николай Кугук, Александра Кудельская, «Панорама». Риск, адреналин, скорость. Во Владивостоке завершился шестой этап командного чемпионата России по спидвею. На дорожке сражались Владивостокский «Восток» и «Турбина» из Балакова Саратовской области. Яркие кадры заездов и эмоции болельщиков в нашем репортаже. С замиранием сердца болельщики наблюдали вторую домашнюю гонку по спидвею на стадионе «Авангард». На этот раз соперник «Востока» – «Турбина» из Балакова. Силу уверенности на этом этапе турнира нашему гоночному составу придали юниоры. Поправился от травмы Денис Башмаков, Никита Смышников поборолись. То есть взрослые, ко взрослым претензий нет вообще. Они набрали максимум, сколько могли. Вот, юниоры постарались сегодня получше, чем в прошлой гонке, поэтому было как-то спокойней. Восток! Восток! Болельщики разных возрастов с любовью и радостью отзываются о спидвее, о команде их родного города. Я вот на сегодняшнем мероприятии, видите, дочка и внучка. Маюся, Майя, Восток, наш чемпион. Самая лучшая игра в спидвее. Люблю ее, хожу, всегда смотрю. Замечательные ребята ездят вообще великолепно. Молодой состав, но ездят отлично. Буквально с первых заездов было понятно, команда «Восток» победит в гонке. Огромный отрыв по очкам гарантировал успех. Гонка прошла на ура, с самого заезда мы начали отрыв в счете. Хорошо проехали наши юниоры, и взрослый состав не проигрывал очков. И все у нас получалось с самого начала гонки. Я доволен, я думаю, тренер тоже доволен. Вся команда отработала на 100%, и все в восторге от сегодняшней гонки. Адреналиновая гонка завершилась со счетом 53-37. «Восток» уже во второй раз достоинством побеждает на родном стадионе. Но расслабляться никак нельзя. Совсем скоро пройдет очередной этап командного чемпионата России по спидвею. Любая гонка на вес золота, потому что мы все-таки продолжаем бороться за медали. И еще впереди много гонок. Еще октябрьский, понедельник. Спортсмены продолжат усердно тренироваться, готовить своих железных коней, пока не завоюют все медали турнира. Сара Урявина, Тарас Боднарук, «Панорама». Ну что ж, пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале вот на ваших экранах. «Панорама» следит за развитием событий. До встречи в эфире. Как посмотреть ОТВ?
во всех кабельных сетях края на 21-й кнопке. В цифре на телеканале ОТР. В аналоге у ОТВ 100 передатчиков. Через спутник по всей стране. А в сети интернет в любой точке мира. Общественное телевидение Приморья доступно всем.